Большой этнографический диктант близится к концу. Стать участником просветительской акции и ответить на вопросы можно онлайн на сайте проекта до 8 ноября. Напомню, очный этап этнодиктанта прошел накануне Дня народного единства библиотеки Чивайна. В традиционной форме свои знания проверили около полусотни человек. Им предстояло ответить на 30 вопросов, связанных с историей народов России. На все про все 45 минут. Участники акции признаются, просветительская акция прежде всего побуждает к изучению культуры и традиций нашей большой страны. Для лиц старше 16 лет это 30 вопросов, а для лиц младше 16 лет это 20 вопросов. 20 вопросов это общероссийские, и плюс те, кто старше 16 лет, это 10 вопросов, уникальные для каждого региона. Вопросы по республике Мариэл составлял Марийский научно-исследовательский институт имени Васильева. Конкретнее это всем известный наш историк Сергей Свечников. Добавлю, в Мариэл большой этнографический диктант прошел 8-й раз. Ежегодно в рамках этой просветительской акции свои знания проверяют пару десятков тысяч жителей региона. Правильные ответы на задания этнодиктанта опубликуют на сайте miretno.ru до 13 ноября.